Добрый день, друзья! С вами на связи Иванова Лариса. Я приветствую вас из Вены, это столица Австрии. Мы сегодня прибыли сюда из Венеции, где мы вчера отдыхали целый день. Но это невероятно, это будет другое видео. А сейчас я хочу просто показать вам номер. Итак, мы заселяемся. Вот такая вот кровать шикарная, большая, еще двухспальная, да? Хочу сказать, что если вы прибудете сюда с детьми, ну или втроем, и вам нужно, кто-то не хочет спать, вам нужно как-то отделить зону вашей комнаты, то вы с удовольствием можете использовать вот такую перегородку. По-моему, это очень-очень удобно. Здесь есть также микроволновка, есть холодильник, есть чайник. Тут же вы можете вот кран с водой помыть руки. Отлично, все подсветки. Очень-очень удобно. Ну и сюда, пожалуйста, посмотрим, что здесь за ванная. Так. Ага, сейф очень радует, да. Сейф, подсветочки. И о, подушки запасные. Вот еще, кстати, вешалки свободные. Ну что, очень красиво, очень уютно. Посмотрите, как все стильно. Фенчик, жидкое мыло. И вот еще душевая. То есть, хотите, принимайте ванну, хотите, принимайте душевую. Пожалуйста, по-моему, все очень классно. Итак, всем хочу порекомендовать Novotel. Если вы приедете в Вену, останавливайтесь здесь. Здесь классно. Это центр города.